Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру «Эволюция мира юрского периода». Похоже, вы правда никогда не сдаетесь. Нам нужно больше таких, как вы. Так, у нас выполнился контракт, а мы с вами продолжаем развивать новый парк на новом острове. У нас заболел трицератопс. Надеюсь, у нас есть для него лекарство. Нет, нифига такого, ничего подобного нет. Бактерия сальмонеллы. Все очень плохо. Нужно построить сейчас исследовательский центр. Но куда его сувать, пока я не знаю. Здесь у нас не получается это дело засунуть. Может быть, тут как-нибудь выйдет? Нет. Тут, скорее всего, тоже какие-то помехи. Помехи. Какие помехи? Непонятно. Ну, тут ставить некуда все. Значит, надо как-то вот сюда уже, получается, нам с вами идти. А, так тут тоже, наверное, не получится, потому что... Да, узкие проходики. Все очень плохо. Так, что, совсем никак не хочет, да? Что за помехи присутствуют, я не понимаю. Давайте попробуем изменить ландшафт. Но пока мы с вами будем заниматься этим ландшафтом, у нас, блин, животное сдохнет. Вот как ни крути. Так, прибыль в минуту 182. Это все хорошо, замечательно. Но больные животные — это плохо. Цифры никогда не лгут. Вы на высоте. Да что здесь могут быть за помехи? Не знаю, давайте деревья снесем, я не понимаю. Я просто не очень понимаю, что здесь за помехи могут быть. Так, вот теперь, наверное, что-то уже будет вырисовываться. Хотя все равно не понимаю, что за помехи. Что могут быть здесь быть за помехи? Вот объясните мне. Рельеф вроде должен быть уже просто идеальный. То есть я уже его весь выровнял. То есть площадка должна просто быть идеальной вот для него. Как раз он бы сюда бы идеально бы влез. Может быть, здесь вода есть? Кстати, подожди. Может быть, этот кусочек воды? Аллилуйя. Это кусочек воды. Значит, сейчас должно все встать. Отлично. Отличненько. Так, поближе как-нибудь получится сюда поставить? Да. Все шикарно. Все шикарно. Сейчас поближе, поближе к дороге. Все. Посмотрим, что у нас там за болезнь. Попробуем ее излечить. Где наш команда рейнджеров? Так, добавим немножко здоровечка. А болеет он сальмонеллой. Сальмонеллой. Ну давай, друг, держись, мой трицератопс, держись. Вот так вот оно и выходит. У меня есть новая работа, и я знаю, кто сможет с ней справиться. Что надо будет быстрее ставить исследовательский центр и изучать болезни первым делом. Потому что как только новый остров, болезнь всегда новая. Абсолютно всегда. Так, 53%. Как сильно они его подлечат? 55, 59, 63. Ага. Так, исследования в области... Не генетики. Сальмонелла мне нужна. Отравление водорослями. Так, это не то. Вот, сальмонелла. 621 тысяча. Исследуем. 621 тысяча плюс здесь не то я сделал. Скорость исследования есть у нас, да?
Сейчас надо еще на стоимость немножечко сделать. Так, и мы можем что-то еще исследовать, да, с вами. Здесь все завершено. Прекрасно. Что вот, вот он показывает мне? Все, спасибо. Здесь ничего исследовать пока мы не можем. Здесь тоже, здесь тоже. Ну, давайте какую-нибудь еще болячку. Так, ну давайте рейнджеров, наверное, еще надо будет отправлять на лечение. Так, у нас уже двое болеют. Так, поддержание здоровья. Ждем, ждем, ждем. Ждем, когда они закончат. Так, сальмонелла завершена. Добавляем задачу лечения. Подтверждено. Ну и... Поехал вроде. Вроде бы поехал. Так, мало здоровья это у тебя, да? Так, а все, вылечили уже, отлично. Нет, лечение мы не отменяем. Пусть лечит, а потом еще добавим вылечить динозавра. Ну? Так, что, и все, что ли? Ну, в итоге получается, что все. Да, и он начал лечиться. Отлично. Отличненько. Так, болячки. Самое главное, это изучить все болячки. Все абсолютно болячки. Все. Пусть это стоит очень дорого, но мы с этим закончили. Доступно еще 4 исследования. Это у нас вот сюда. Но это пока потом. Все геномы, все потом. Давайте займемся здесь окаменелостями. Ну и опять отправляем, значит, экспедиции наши. По тем же 3 местам. Окей, вроде с этим у нас более-менее нормально. Так, плохое разнообразие, это пока подождите. Здесь вам что не нравится? Ну что-то, да, с напитками, с шопингом. Здесь, наверное, еще больше стало людей, посетителей. Не справляется? Да нет, вроде тут справляется, по крайней мере. Фастфуд? Нет, я уже смотрел фастфуд. Да, вроде пока тоже нормально. Так. По сферам тоже нормально. Чего мне нравится? Может, вам надо еще будет? Мы, в принципе, по инфраструктуре. Значит, это построили. Рейнджеры есть, ОСА есть. Штормовая станция у нас, в принципе, уже стоит одна. А научный центр, это все у нас дополнительный приход, поэтому не обязательно. Давайте тогда поставим мы с вами еще шопинг, да? Нам нужен еще какой-нибудь шопинг и продукты. Зона окаменелостей. Ну, так себе развлечение, если честно. Вот напитки, в принципе, неплохо, да? Бар. Ну вот ресторан, получается, надо поставить. Ну вот тут прям напрашивается, да, ресторан. Но здесь не напрашивается тогда линия электропередач. Ой, не то поставил. Линии электропередач. Отлично.
Вот эти тогда линии можно будет снести. А, это нужна. Эта линия нужна. Так, ну и ресторан тогда с вами мы здесь поставим. Давайте как-то так, вплотную, наверное, да? Отлично. Так, здесь будет ресторан, и не хватает тогда еще шопинга, да, говоришь? Шопинг. А что у нас там можно будет по шопингу? Ну, магазин одежды лучше всего подходит. Тут две звезды. Ну, вот хотя бы три. Сюда, к сожалению, не влезет. А, нет, влезает, смотри. Прям идеально, да? Хорош. Так, вот это уже мне нравится. Вот это уже прям хорошо. Вот это мы прям должны здесь выйти прям на отлично. Просто вырвать на отлично. Здесь только с разнообразием, но разнообразие мы сейчас с вами будем делать уже, получается, здесь, я не знаю, есть ли какой-то смысл еще кого-то выводить. Кто у нас вообще имеется из динозавров? Я уже давненько не играл. Так, пахицефалозавр. Ну, их трое. Их трое. Так, трицератопс один. Галимим один. Археонитомим один. Стратомим один. И эдмонтозавр один. Давайте посмотрим, кого еще мы с вами сможем вывести. У кого стопроцентный геном. Ну, я имею в виду из травоядных. Хосмозавра, кстати, мы, по-моему, уже выводили с вами, да. Хосмозавра выводили. Сколько ему надо, я уже не помню. Но точно он не один, ему надо несколько. Жалко, вот этого не показывается никаких параметров. Жалко. Я бы до конца бы посмотрел, сколько ему потребуется параметров. Я бы, конечно, бы диплодоков бы сделал бы, но, блин, они засранцы. Им нужен лес, им мало леса, им всего мало. Поэтому с ними такие сплошные геморройные проблемы, просто ужас какой-то. Так, давайте смотреть, наверное, отсюда. Анкилозавры. По-моему, их надо двоих, если ничего не путаю. Давайте попробуем сделать двоих, но только, конечно, мы геном ему добавим. Так, ты у нас болотистый. Здесь у нас что... Плотность костей. Здесь давайте что-нибудь там. Старение мозга, чтобы подольше жили. Здесь, наверное, иммунитет акулы. Ну и здесь прочность зуб. Нет, прочность зубов ничего не дает. А обучение тоже мне не надо. Что дает? Вот, продолжительность жизни дает. Вот что дает. Отлично. Используем его геном. 889 тысяч, почти 900 тысяч стоит. Выводим одного, выводим второго. По-моему, их надо двоих. Если я ничего не путаю. Может быть, вообще одного. Если одного, то мы одного продадим. Без проблем. Но нам надо сейчас, главное, добиться 3 звезды. И плюс ко всему, конечно же, что мы ждем. Нам нужны контракты. Нам нужны контракты. У нас есть новое предложение. Аллозавр. Вам обязательно стоит ознакомиться. Окей. Аллозавр. А у меня прибыль окаменелась, а что-то я не заметил этого. Да, что-то я уже про это упустил. Аллозавр мне нужен, да? О, клад! Нифига себе! Монеты инков. За полляма. Аллозавр нужен. Ну, давайте искать. Я добью все-таки здесь до конца гигантозавра, да, и нужен аллозавр. Аллозавр. Главное, чтобы он был. А то сейчас получится так, что его и не будет нигде здесь. Да, загвоздка. Нет аллозавра у меня никакого вообще абсолютно. Может быть, я их потом как-то получу?
О, так это в самом конце, мать. Это не очень удобный контракт. Ну хотя ладно, пусть повисит. Пусть повисит. Тогда подождем, когда прибудут у нас это... Не прибудет, вернее, а когда будет возможность взять еще один контракт. Тогда пока отправляем экспедиции все по тем же местам. Да, я туда уже отправил, получается. Ну и сюда отправляем. Так, ну что там у нас? Хорошо, здесь уже пятерочка есть. Круто. Что у нас здесь уже почти выводится. Ну и надо уже копить тогда баблосики. Для того, чтобы здесь развиваться. Здесь у нас с вами будут хищники. Так, надеюсь, никто здесь левый не появился. Свободных динозавров мы всех продали. И все у нас замечательно. Так, а у нас что здесь? Центр безопасности. Он привносит дополнительный день, когда центр безопасности впереди планеты всей. Но это пока не так. Давайте тогда прокладываем дальше дорогу. Так, ну и пока вот это вот все придется мне поубирать. Потому что мне все это мешает, я ничего не вижу. Бабло, конечно, сейчас будет уходить просто на ура. Вот так вот получается. Я плохо увидел, да, водоемчик, да? Там какой-то мизерный кусок, да, и все. И не мог поставить, пока вплотную не приблизился к этому. Не видел, в чем проблема. Так, ну, выдаю ему вроде... А, нет, вот еще один. Я, наверное, знаете, как буду делать? Я буду делать лабораторию Хэммонда, да? Но так ее надо поставить, чтобы можно было сделать какой-нибудь длинный коридорчик. А потом уже, чтобы было разделение на несколько, допустим, загонов. Допустим, один вот здесь будет загон, да? Второй где-нибудь вот здесь будет. Третий, допустим, где-то будет вот здесь. Соответственно, чтобы можно было с этой стороны пройти, посмотреть. Как-то вот так, да? Ну, сейчас будем планировать. Сейчас будем все это дело планировать. Контрактик можно взять? А, у меня достигнут лимит. От этого-то обидно. Апатозавр с модификацией. Ну, давайте, наверное, его выпустим, потому что я потом сразу же тут же продам. Кстати, выпустим сейчас анкилозавра, посмотрим, нужна ли ему парочка. Потому что я не помню. Кому-то, по-моему, из них не требовалась парочка. Или подобного вида динозаврам всем нужна парочка. Нет, вот ему как раз-то парочка не нужна. Отлично. Но у него же популяция на грани. Вот это мне не... Да, все, у него популяция на грани. Слишком много динозавров. Ну, проблемный будет парень тогда, получается, у нас с вами. Это обидно. Обидно. Выпускаем второго. И продаем обоих. Это проблемные динозавры. С ними будут сплошные проблемы. Апатозавр с модификацией. Давайте посмотрим. У нас он уже есть. Просто неполноценный еще 100% геном. Так, а какая ему нужна модификация? Где мои контракты посмотреть тогда? Гиперэффективные гемоциты. Ага. Гиперэффективные гемоциты. Так. Давайте смотреть. Во, отлично. Используем. Выводим. Заодно и посмотрим. Принимаю запрос на сбор активов. Заодно и посмотрим, насколько это проблематичное животное. Вот анкилозавры уже проблематичные животные.
С ними проблемы. Так, давайте посмотрим, может быть, где-то требуется у нас добавить сотрудников. Но здесь пока обойдутся. Вот здесь, конечно, можно будет добавить, потому что уже на грани. Так, хорошо, с этим разобрались. По гиросферам. Начата транспортировка. Нормально, не требуется. Здесь у нас по фастфуду. Но тут уже можно добавить, потому что 588 до 600 совсем недалеко. Придется. Так, ну и здесь. А вот здесь уже надо добавлять. В итоге неплохо. Так, здесь ждем, кого туда можно будет еще вывести. Давайте посмотрим, кто, допустим, у нас не такой проблематичный. Дракорекс, по-моему, тоже проблематичное животное. Так, ну давайте попробуем вывести двоих. Потому что нам надо дальше идти, развиваться. Так, окаменелость и прибыль, давайте смотреть. Приближается буря. Так, пока это дело пусть приближается, мы займемся окаменелостями дальше. Так, продать, продать. Стегозавр. Апатозавр. Отлично. Так, дальше туда же, по тем же самым местам. Смерча не видать. Да, вроде не видать. Просто обычный небольшой шторм. Так, Дракорекс провалился. Отбраковать. Хотя один уже готов, да? Так, гигантозавр готов. Полноценный геном есть. Один, главный Дракорекс нормально, а второй почему-то не получился. Это меня не радует. Так, здесь прокладываем дальше дорогу. Так, и сюда ставим станцию монорельсов. У нас будет хотя бы с вами один уже путь. Так, его надо как можно сюда ближе к нам. Так, есть один путь, но сюда надо будет еще вести электростанцию. Давайте, наверное, большую подстанцию где-нибудь размещать, потому что нам по-любому надо будет где-то... Ну, пока, наверное, так поставим. Если что, потом это все дело перенесем. Так, ну где тут линия электропередачи-то? Отлично. Так, все, убежище можно выпускать. Дамы и господа, приносим извинения.
Хорошо. Мотаться-то он, конечно, будет, но... пока сейчас не до него. Либо его на два загона. Один сюда, один сюда. На два загона, конечно, не очень смотрится, но... больших можно разводить с мелкими, тогда они просто будут стыковаться, конфликтовать, но разбегаться. Никто нападать не будет. Хотя велоцирапторы, конечно, могут и напасть. Вот тут, конечно, да. Велоцираптор может и напасть. И это будет не есть хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Так, что у нас здесь? Да ты, бляха-муха, издеваешься? Дракорекс, в конце-то концов. Один нормально вышел, второй проблематичный какой-то. Давай еще раз. Я не хочу выпускать одного. Это бессмысленно. Хотя, может быть, как раз-то не бессмысленно, а наоборот, имеет какой-то смысл правильный. До трех звезд пока нам еще далековато. Из-за того, что маленькое разнообразие, штраф благосостояния. А что, у нас какие-то проблемные динозавры? 100, 100, 100. У всех все по 100. У всех все нормально. Так, окаменелость еще прибыли. Так, все это на продажу. 100% геном. Так, смотрим. Но опять же, по тем же самым точкам будем до конца все исследовать. Так, успешно достиг зрелости. Ой, наконец-то. Так, Дракорекс. Выпускаем Дракорекса, смотрим. Как у него с популяцией и нужна ли ему парочка. По-моему, парочка ему была нужна. А вот как с популяцией, я не помню. По-моему, все плохо. Нет, с популяцией более-менее еще нормально, а вот общительность ему нужна. Значит, ему нужна парочка, значит, выпускаем второго. И все у нас хорошо. У нас добавились еще и... Дилофазар. Так, подожди, а у нас еще какие-то проблемы, да? Требуется ремонт. Выполняю запрос на ремонт. Нигде больше ремонт не требуется, и здесь требуется назначаю ремонт. Назначаю дополнительное задание. А, ну вот поэтому, наверное, и были проблемы. Запрос принят. Что он никак не выводился. Добавляю в список. Так, все, все 5 списки доступны. Все у нас нормально. Здесь, значит, надо будет потом ставить штормовую станцию. Это раз, потом еще убежище, это два. Начну, наверное, с убежища. Как-то, наверное, вот так. Так, и штормовая. Ну, мне кажется, так пойдет. Только маленькую дорожку. Как-то вот так. Так, отлично. Стегозавр, новый жизнеспособный ген. Это все здорово. А, у меня скоро, кстати, будут проблемы с электроэнергией. Ее будет не хватать. Так, а почему у него проблемы со здоровьем? Еды и воды нет, что ли? Умирает от жажды. Так ты попей! Ты какой-то тупой животный или как? Аллилуйя. Он попил. Молодец.
Так, ну с кормушками у нас вроде нормально, мы как раз только что пополнили. Все здорово. Так, ну выпускаем. Выпускаем этого динозавра, апатозавра. Смотрим на него, смотрим его потребности. Парочка, популяция. Что там еще у нас может быть? Ну, как раз ему тут леса, наверное, скорее всего. Пастбище не устраивает, еще что-то. Они здоровы, у всех одинаковые у них проблемы с этим. Мало лесов, слишком все оголено. Если он будет проблемным, то я его, конечно же, продам. Если нет, то это будет вообще классно. Хотя выводить здесь уже больше не канает. Этот контракт выполнен. Отличная работа. Да, лесов ему мало, общительность ему нужна. Поэтому его на продажу. Назначаю дополнительное задание. Его на продажу. Болячки я все исследовал. Замечательно, что он тут. Динозавры какие-то, что ли, доступны? Нет. Ничего не доступно. Ну, давайте здесь исследовать тогда, наверное, чтобы уже добить, да? 300, 300 и 300. Ну и окаменелости. Снова к ним же на продажу. Так, с этим разобрались. Этого уже усыпили, его на продажу. С этим тоже разобрались. Все, теперь мы, в принципе, с вами сможем взять еще контракт у ученых. Мы еще даже ничего не раскрыли абсолютно у них. Вот это мне не нравится. Вот это мне не нравится. У вас потрясающая репутация в научном отделе. Спасибо. Мало электростанций. А зачем малое? Ну давай малую. Почему бы и нет? Тут живут не только динозавры. Сам парк словно живой организм. Он должен расти. Так, вот тут уже что-то я вижу. Почему бы и нет, да? Плюс еще дорога. Ну вот и все. И этот контракт мы тоже выполнили. Значит, убежище у нас тут есть. Штормовая станция есть. Значит, строим мы только лабораторию Хэммонда. Лаборатория Хэммонда надо будет ставить тогда, получается, как-то вот таким вот образом. Как-то так. Дорогу к нему обязательно. Нормально. Так, окаменелости прибыли. Давай смотреть. Я скажу вам то, что слышу часто сама. Не знаю, как у вас это вышло, но вы справились. Так что спасибо. Да, не за что. Обращайтесь. Обращайтесь, я постараюсь взять у вас еще контракт. Эх, нельзя. Нельзя, жалко, 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 жалко. Так, с пропускной способностью проблем нет у нас сейчас. Пока вроде все нормально. Видимость плохая динозавров. Непонятно почему, ну да ладно. Так, и потребности. Потребности, потребности. Так, вот здесь уже надо добавить человека одного. Потому что дальше будет хуже. Здесь пока нормально. Да, нормально, в принципе, 609. Меня устраивает. Тут тоже вроде все хорошо.
И тут тоже все хорошо. Так, новый полный геном апатозавр. Это хорошо. А я экспедицию не отправил, да? А я красавчик, конечно же. Так, здесь мы закончили. Значит, сюда отправляем. Экспедиции, поехали. Исследование завершено. Так, давайте разбираться, значит, с загонами. У меня, кстати, сколько электроэнергии? 69. Надо будет сейчас еще здесь поставить все модификации. У нас, по-моему, тут уже все стоит, да? Нет, не стоит. Так, выработка электроэнергии. Выработка электроэнергии. Выработка электроэнергии. Дальше. Здесь у нас все стоит. Экспедиционный центр все поставили. На малой электростанции у нас ничего не стоит. Так, раз и два. Ну и сколько сейчас электроэнергии у меня? 145. Этого должно хватить, чтобы можно было построить нормальные заборы. Электрические, не париться с этим вопросом вообще никак. Так, ну, по-моему, слишком большой, да, загончик? Так, тут вода, что ли? Нет, воды нет, отлично. Так, вот этот мы снесем. Ну и давайте строить два загона. Один сначала начнем вот этот вот загон строить. Ну куда ж ты пошел там? Так, стоп. Давайте думать. Отлично. Вроде нормальный загон. Меня, в принципе, наверное, устраивает. Единственное, только сейчас мы здесь лишние деревья пока поубираем, потому что нам надо будет сначала тут разместить еще эти гиросферы. Бабла, конечно, это дело ого-го как много уйдет. Так, отлично. Добавляем водички. По центру. Нормально выдаем. А, лесов пока нет. Давайте добавим сначала все-таки лучше... гиросферки, но наоборот нам надо. Да наоборот, пожалуйста. Ну давайте как-нибудь вот так вот, наверное, поставим. И тут надо будет как-то поближе, потому что я нифига эти нормально не понимаю дороги, они их тут плохо видно. Так, хорошо, и дорогу. Отлично. Так, теперь мне нужны ворота. Обязательно первым делом. Наверное, где-нибудь одни вот здесь.
Одна парочка вот здесь, одна парочка вот здесь, но пока... Второй пока загон строить не будем. Так, вот эти вот деревья мне сейчас тут абсолютно никак не нужны. Они мне только тут сейчас только будут мешать. Нам же надо, чтобы динозавр ушел отсюда. То есть, чтобы он прекрасно понимал. Научный отдел всегда ищет способы упрочить наше финансовое положение. Да, давай, без проблем. А вот теперь можно и посадить. Ну вот как-то, наверное, вот так, да? Что еще тут лучше всего подойдет? Может быть, какое-нибудь смотровое окошечко, не знаю, там, галерея какая-нибудь. Не особо получается, она подходит сюда вот. Абсолютно никак. Ладно, значит, нам нужна кормушка раз. И кормушка два. Кого будем здесь мы с вами выводить? Давай, наверное, первым делом поставим шанс на успех. Шанс на успех. И надо будет еще расширение поставить инкубатор, потому что некоторых надо троих выводить. Так, хищники. Пошли у нас с вами хищники. Бреникс вроде крупное животное. Да, крупноплотоядная. Велоцираптор. Давайте, наверное, дейнонихов выпустим. Их надо будет двоих. Они у нас вроде как раз-то и... Шкура только почему-то у них базовая стоит. Давайте в какую-нибудь другую мы поставим шкуру. Один пусть будет у нас горный. Тип. А, так у него еще и геном не до конца прокачанный, в принципе, да? Так, продолжительность жизни. Здесь у нас что стоит? А, агрессивные инстинкты мне не нужны. Давайте вот плотность костей. Ух ты! Если бы меня было легко удивить, вам бы это удалось. А так не удалось, да? Мне тебя удивить. Ну, кстати, продолжительность жизни тоже здесь дает атака. Ну, наверное, в принципе, хватит, а то потом проблемно будет их выводить. Ох, нифига, у него цена возросла. Миллион стал. Ну, давайте одного пока закажем. Сейчас через окаменелости, наверное, добудем и второго сможем. Они же прибыли у нас в окаменелости-то. Вроде должны, да. Брахиозавр на продажу. Диплодок на продажу. Апатозавр тоже на продажу. Ну да, считай, мы еще заработали... Лям. Те же самые места. И заказываем второго. Так, кстати, надо будет сейчас здесь открыть вот эти вот ворота, чтобы они понимали, куда надо бежать. Так, выводим второго. По-моему, их надо будет только двоих. По-моему, только надо двоих. Либо их четверых надо будет. Вот тут я уже не помню. Так, что с кормушками? 8. Свежая, нормально пока. А, тропическая буря, это плохо. Что у нас тут по гостям? Все пока нормальненько, все устраивает. Ну вот у нас, получается, будут здесь один мелкий вид и один крупный вид.
Потом здесь выведем еще, вернее, сделаем еще один загон. И там будет еще один вид. Меня вот только вот это вот смущает дело, что не слишком ли большой загончик. Ну так он говорит, что присутствуют помехи. Так, вот это вот тогда дело мы снесем. Так, как-то так. Что у нас? Где-то повреждение, получается, есть, да, у нас? Где рейнджеры мои? Запрос получен. Раз. Выполняю ремонт. И все, да? А, и вот еще два. Добавляю задание. Выпускаем. Дамы и господа, приносим извинения. Так, ну у нас три контракта, поэтому придется их выполнять. Так, ну вот один уже забраковали. На второго мне не хватает денег. Так, а я отправил экспедиции? Да, я вроде отправил экспедиции. Может быть, они уже прибыли? Прибыли. Так, отлично. Одно место уже мы с вами, даже не одно, даже целых два, тоже полностью закрыли. Открываем, значит, два новых. Так, этот успешно готов. Так, двери открыты. Надеюсь, второй будет без проблем выявиться. Очень бы хотелось, чтобы не было никаких с ним проблем. Просто хотелось бы уже на приятной ноте закончить здесь серию. Вывести, и все отлично. Так, ну вот здесь, скорее всего, опять же, будут недовольны гости, что нет у нас тут фастфуда никакого. А тут опять проблема с ландшафтом, как всегда. Тихо. Вот это ты уже я... Вот это сейчас зря сделал. Убери дорожку, пожалуйста. Здесь поставим фастфуд. Он должен сюда влезть по-любому. Ну как не влазишь-то? Ты мне объясни, пожалуйста. Пес не хочет. Не хочет он сюда влазить. Вот, вот так вот вылазит. Но так я не хочу его ставить. Я хотел бы его так поставить. Но так он не хочет. Значит, придется его так поставить. Ладно, пусть будет так. Так, и здесь опять же надо будет поиграть с ландшафтом. Потому что здесь, скорее всего, попробуем поставить... Хотя вряд ли получится, но... Попробуем.
Ставится. Ставится, отлично. Все, прекрасно. Так, ты у нас как? Ну, почти, почти. Нет, ждем. Ждем, потому что хищники очень быстро теряют терпение, когда какая-то их потребность не удовлетворяется. А мне этого не надо. Так, пока давайте посмотрим. Не надо будет увеличить нам рабочих. Здесь не надо. Здесь тоже не надо на сфере. Тоже не надо. Ну, в принципе, уже скоро. Здесь, в принципе, тоже же на грани. Но пока ладно. Так, ну осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, им надо только двоих. И все будет на этом отлично. Либо, если я ничего не путаю, то им нужно четверых. Из четверых, то это, конечно, проблема еще та. Потому что у меня сейчас нету денег еще на двоих. Ну, сейчас, в принципе, наверное, прибыль окаменелась, так что можно будет заработать на этом. Да. Окаменелости есть. Успешно достиг зрелости. Замечательно. Так, новый геном. Не хватило на двоих, не хватит опять же, получается, у меня. Да. Чутка не хватит. Ну, давайте пока выводить двоих, смотреть, что будет. Я не помню. То ли двоих, то ли четверых. Хотела сказать, что очень ценю все, что вы сделали для научного отдела. Ну вот, уже сказала. Так, ну судя по тому, что как бы только на половинке, то скорее всего надо будет двоих. Хотя не факт, опять же. Не факт. Ну они прям знают, куда бежать. Они бегут в нужный вольер. Это замечательно. Ну, смотри, нет. Получается, надо будет как минимум еще либо двоих, либо одного. Но с запасом лучше, конечно, двоих. Есть кое-что, что может пригодиться нам обоим и повысить наш авторитет в организации. Будь я на вашем месте, знаю, чтобы я ответила на такое предложение. Согласен. Куда деваться-то? Согласен. Так, давайте выводить еще тогда... Пока. Для жизни хотя нет. Разнообразие и борьба. Весь процесс эволюции – это история борьбы, и главный приз в ней – выживание. Но я не это предлагаю. Не совсем это. Я считаю, что нам нужно создать более естественную среду обитания, чтобы для всех видов, живущих вместе, вступили в действие законы природы. Так. Пентацератопс. Наша цель – создать один огромный загон для разных видов динозавров. Начнем с детенышей и посмотрим, как они будут взаимодействовать и уживаться друг с другом. Естественный отбор в миниатюре? Таков ваш план? Воссоздать природу искусственным путем? Если не сделаете все как надо, динозавры учуют, что что-то не так. Тут-то вы и окажетесь у них в когтях. Так, пентацератопса я такого не знаю. У меня такого еще нет. А, вот как раз-то я его и изучаю сейчас. Отлично. Так, и здесь уже все тоже, да?
Мне нужен, получается, еще пентацератопс. Ты серьезно? Браковать. Детеныш родился слишком слабым. Потрачу на него еще целый миллион. Ладно, дорогие друзья, давайте тогда на сегодня мы с вами закончим. Продолжим уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.